Выходные в Татарстане прошли под знаком Сабантуя. Праздники плуга отметили во многих селах и районах республики. В Тюльчинском районе Майдан собрал тысячи человек. Многие приехали сюда на праздник из Казани. А среди болельщиков национальной борьбы кряж был президент Татарстана Рустам Миниханов. С успешным завершением весенне-полевых работ жителей Бугульминского района поздравил председатель Государственного совета республики Фарид Мухаметшин. Среди почетных гостей праздника плуга здесь также были депутаты Татарстанского парламента и представители подмосковного города Ногинск, где в конце июня уже бугульминцы помогут организовать еще один Сабантуй. А накануне глава Татарстанского парламента посетил Майдан Альметьевского района. Он поздравил жителей с еще одним праздником – Днем России и передал обращение президента республики по случаю проведения Сабантуя. Гуляния здесь начались с чествования главных героев этого дня – аграриев. По кругу проехали украшенные машины лучших сельхозпроизводителей района. Труженики села, они заслуживают особого уважения. Особое уважение в Альметьевском районе, потому что разница в заработной плате тружеников села и нефтяников большая. Каждый уважающий себя, преуспевающий селянин тоже старается попасть работать в компанию «Татнефть». А те, кто остался трудиться на земле, в животноводстве, это уже люди, прирожденные земледельцы. И их труд сегодня заслуживает глубокого уважения. А в Зеленодольске площадка Сабантуя развернулась в Березовой роще. Одним из гостей праздника стал премьер-министр республики Эльдар Халиков. В этом году участников гуляний перенесли на несколько десятилетий назад. Показали, как раньше праздновали завершение полевых работ, а мастера предлагали пришедшим даже вспахать землю открытым способом. На Майдане татарское подворье построили 15 сельских поселений района. Издавна праздник Сабантуй не только для татар, живущих в республике Татарстан, но и для всех народностей Татарстана самый красивый, самый яркий праздник. И сегодня в этот день я в первую очередь хочу поблагодарить вас, тружеников Зеленодольского района, за хлеб на столе, за продукцию машиностроительных предприятий, за те большие трудовые подвиги, которые совершаются вашими руками во благо Республики Татарстан, во благо Российской Федерации.